Всем привет! В этом видео поговорим о том, что в Кремле ответили на решение Белого дома о размещении американских ракет в Европе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналисту Павлу Зарубину, в котором ответил на вопрос о размещении Пентагоном новых крылатых и гиперзвуковых ракет в Германии и других странах ЕС. По словам Пескова, для российского руководства указанное решение американской администрации не стало неожиданным. Наша страна за годы холодной войны привыкла реагировать на военные угрозы США наращиванием производства собственного вооружения. Существующие возможности России вполне позволяют ей ответить и на новые угрозы. России хватит ракет, чтобы ответить на размещение в Европе новых американских ракет. Все страны Европы, в которую Пентагон поставил ранее американское вооружение, находятся в прицеле наших ракет. Новые военные объекты, на которых в будущем будут размещены новые американские ракеты, также попадут в прицел. Если резюмировать сказанное выше, то для России и США в таком ракетном противостоянии мало что изменится. Зато военная угроза вырастет для стран Европы, которые оказались заложниками ситуации. Американский курс на дальнейшую эскалацию повышает военные риски для европейских союзников США. Напомню, что совсем недавно российский президент предлагал подключить страны Европы к российско-китайской инициативе создания в Евразии новой архитектуры безопасности. В свете нового решения Пентагона о размещении в Германии в 2026 году американских гиперзвуковых ракет, предложение Путина приобретает дополнительную актуальность. Очевидно, что в противовес поставкам в Европу нового дальнобойного американского вооружения Россия увеличит производство своих ракет для минимизации военных угроз. Избежать эскалации и риска уничтожения стран Европы позволит лишь закрытие в Европе американских военных баз.